Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События». Главное за неделю расскажут наши журналисты и я, Андрей Горгуленко. Коротко о некоторых темах. Строительство новых школ, открытие групп в детских садах, ремонт спортивных сооружений. Глава города Елена Лапушкина выступила с ежегодным отчетом перед депутатами городской думы. Осторожно, жара! Как избежать несчастных случаев во время отдыха на воде? В Самаре начался сезон арбузов. Как выбрать полосатую ягоду? Глава города Елена Лапушкина выступила перед депутатами городской думы. Она подвела итоги работы администрации за минувший год. Обычно такое отчетное заседание парламента проводится весной. Документ был направлен в городское представительное собрание для ознакомления 8 мая. Но из-за пандемии коронавируса выступление пришлось перенести на середину лета. По словам главы города, год прошел под эгидой национальных проектов, инициированных президентом России. Самара участвует во многих масштабных программах, которые стали драйвером развития как экономики, так и социальной сферы. Подробнее с цифрами и фактами ознакомился Олег Зверев. Главный приоритет в работе городских властей – национальные проекты и пожелания жителей Самары. Возможности для их реализации у города есть. Увеличиваются объемы промышленного производства и розничной торговли. Впервые за последние годы отмечен рост инвестиций в основной капитал, а вместе с этим в городском бюджете появляются дополнительные доходы. 2019 год прошел под эгидой национальных проектов, инициированных президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Он был очень насыщенным и плодотворным. Благодаря активному участию в национальных проектах и региональных программах, четкому администрированию собственных доходов бюджета, нам удалось привлечь значительный объем финансирования и построить большое количество новых долгожданных объектов. Запустить важнейшие процессы, которые уже приносят заметные результаты. Долгое время жители микрорайона Новая Самара мечтали, чтобы у них в шаговой доступности была школа. Им приходилось возить детей на учебу в поселке Мехзавод и Крутые Ключи. И вот в 2019 году их пожелания осуществились. Началось строительство образовательного учреждения на 1200 мест. К концу 2020 года школа уже примет учеников. После капитального ремонта открылась и школа номер 46 на улице Советской Армии. А чтобы ее разгрузить, подготовлен участок для строительства школы на 5-й просеке. В детских садах создано 1695 новых мест, из них 765 ясельных. Построены два детских сада на Ташкентской и Алма-Атинской. В систему вернули два здания на проспекте Карла Маркса и улице Нововокзальной. Стартовало также строительство детского сада в микрорайоне Волгарь. 5 помещений приобрели в городе для ясельных групп. Город развивается, строится новый микрорайон. Безусловно, мы этому очень рады. Но отдаем себе отчет в том, что городская инфраструктура должна успевать за изменениями. Мы ведем активную работу по возврату в муниципальную систему зданий детских садов, школ, социальных объектов. И благодаря поддержке губернатора, участию в национальных проектах, объем средств, которые мы направляем на строительство и приобретение новых зданий, открытие дополнительных групп, возрос в разы. Почти все муниципальные предприятия отработали год с прибылью, а значит, повышается не только финансовая эффективность, но и качество обслуживания населения. На баланс инженерной службы Самары вернулись 26 котельных, что устранило проблемы с подключением к теплу 400 домов в разных районах города. В прошлом году капитально отремонтировали 15 спортивных сооружений. У атлетов таким образом появились дополнительные места для тренировок и, как следствие, новые награды. Более 600 медалей привезли самарцы со всероссийских соревнований и более 60 с международных. Новые возможности открываются и в сфере культуры. В городе открылись две модельные библиотеки. Капитально отремонтировали ДК «Октябрь», начали восстановление Дворца культуры на площади Кирова. Впервые за последние 40 лет в Самаре открыли новую детскую школу искусств. Продолжается благоустройство дворов и общественных пространств. Обновляются коммунальные сети, контейнерные площадки, дороги и парк муниципального транспорта. В Куйбышевском районе началась модернизация очистных сооружений. Вот в эксплуатацию в 2020 году станцию ультрафиолетового обеззараживания позволит полностью уйти от технологии хлорирования, в результате чего сброс хлорорганических соединений в Волгу будет полностью исключен. Город также реализует программы поддержки малого бизнеса, социальной сферы, туризма, молодежной политики и демографии. Я бы хотел, Елена Владимировна, вам высказать слова благодарности и поддержки вам, вашей команде большой управленческой нашего города, за ту ежедневную, очень такую непростую работу, которая ведется на благо нашего города. Во-первых, совместная работа. Это очень важно. Не поиск там, каких-то компромиссов, противоречий, а плодотворная ежедневная совместная работа. Вот. Ну, естественно, не останавливаться на достигнутом. Вы же видите, это не разовые какие-то прожитерские мероприятия.
Это серьезная фундаментальная работа. И сегодня депутаты закрыли прошедший финансовый год, утвердив окончательные параметры бюджета 2019. Олег Зверев, Василий Колдашов. События. Единый государственный экзамен в этом году стал самым жарким в истории. Школьникам, у которых и так кипит голова во время испытания, приходится справляться с заданиями, когда за окном больше 30 градусов. В самарских учебных заведениях организаторы постарались сделать все, чтобы высокая температура и палящее солнце не отвлекали от экзаменационных вопросов. Как пункты сдачи подготовились к приему учеников, увидела наша съемочная группа. Проверка температуры, обработка рук антисептиком, маски и социальная дистанция. Нововведения ЕГЭ этого года добавились к уже привычным – паспортному контролю и проходу через рамку металлодетектора. В 41-й самарской школе принимают уже третий экзамен в этом году. Система входа, проверка учеников, проверка оборудования была обработана и на региональной апробации, и на федеральной апробации, которая проводилась в июне месяце. Поэтому к первому экзамену мы уже на 100% были готовы, и сейчас к третьему экзамену на нашем пункте уже все до автоматического режима отработано. В этом году школьные экзамены стали самыми жаркими за все время. Повлиял перенос испытаний с конца мая, начала июня на июль. Чтобы высокая температура не мешала школьникам, им разрешили прийти на экзамен в шортах и футболках. Окна в кабинетах на солнечной стороне заклеили специальными пленками, во всех аудиториях провели дополнительную влажную уборку, а в школах открыли окна. Мы сосредоточились на том, чтобы погодные условия и те вещи, которые мы реально можем на сегодняшний день сделать, в аудиториях были сделаны. Любые 2-3 градуса дают нам определенные, потому что экзамен длинный, 3,55 раз, и экзамен сложный, это профильная математика, это, в общем-то, наши с вами будущие инженерные кадры, IT-кадры, мне хочется, чтобы они написали этот экзамен ровным счетом на те баллы, на которые они заслужили в течение 11 лет. ЕГЭ по профильной математике в этом году сдали 9 тысяч школьников в 88 пунктах. В каждой аудитории абсолютно идентичные технологические условия. Теперь выпускникам остается только ждать результатов. Они позволят поступить на желанные технические факультеты. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. От неухоженных киосков до опрятных прилавков. Глава Самары посмотрела, как организована лоточная торговля в разных районах города. Елена Лапушкина пообщалась с жителями, которые рассказали, какие неудобства создают им стихийные торговые точки. Какой документ поможет исправить ситуацию, узнала наша съемочная группа. Снести нельзя оставить. Запятую в этой фразе относительно киосков на пересечении Черемшанской и проспекта Кирова предстоит поставить городским властям. Одни жители привыкли здесь отовариваться, другие устали от постоянного запаха жареного мяса, рыбных отходов и мусора. Павильоны тех, кто торгует незаконно, уберут. Легальных торговцев обяжут следить за своими рабочими местами. По нашему закону включаем реестр, график включаешь на вывоз. Остальное просто, если они востребованы у жителей, принимайте решение, собирая владельцев, чтобы они приводили в порядок. Привыкли жители покупать товары недалеко от дома и на улице Ставропольской. Здесь торговлю ведут более организованно. Предприниматели поставили аккуратные однотипные торговые точки. Однако установили их на тротуаре. Сейчас специалисты администрации промышленного района и департамента экономического развития подбирают место, куда перенести эти киоски, чтобы они не мешали горожанам, но оставались в шаговой доступности для местных жителей. Тут вопрос-то именно в том, что в принципе как бы они не против, чтобы было. Но и в то же время, чтобы было чисто, аккуратно и так далее. Но вот вопрос, опять же, к этим продавцам. А вот для одного мини-рынка уже удалось найти место. Предприниматели, работавшие в торговых рядах на пересечении Авроры и Аэродромной, переберутся на новую муниципальную круглогодичную ярмарку. Она развернется на пересечении Дыбенко и Булкина. Здесь появятся большие шатры для продавцов. Подготовить территорию планируют к осени. Вот прям привязано, да, к месту. Ну, выглядит неплохо. Вот здесь получится ярмарка на 40 мест и еще внутренняя территория, которая позволит парковаться автомобилям. Небольшое благоустройство, так как у нас вот этот участок тоже в хозведении. Эту ярмарку и все другие новые торговые точки будут оформлять в соответствии с дизайн-кодом города, который разработало управление главного архитектора Самары. В документе прописали рекомендации о том, как должен выглядеть город по наружной рекламе, по содержанию фасадов зданий, по развитию облика улиц и общественных пространств и по оформлению легальных торговых киосков. Я очень надеюсь, что мы и с предпринимателями найдем точки соприкосновения и услышим и поймем друг друга, что мы хотим. Мы никоим образом не против бизнеса, мы никоим образом не против предпринимателей. Мы против того, чтобы это было незаконно, чтобы это было неэстетично, чтобы это было неудобно жителям.
Те киоски, которые уже давно легально работают, тоже начнут постепенно приводить к единому дизайнерскому решению. Это позволит создать ухоженное городское пространство, в котором все элементы будут сочетаться друг с другом. Андрей Горгуленко, Константин Головин, Василий Колдашов. События. Новое оборудование для лечения COVID-19 появилось в клиниках Самарского государственного медицинского университета. Физиотерапевтический электромагнитный аппарат эффективен при лечении заболевания легких, но помогает восстановить и работу многих других внутренних органов человека. Подробнее Мэри Илчан. Новый физиотерапевтический аппарат Ранет ДМВ-20 появился в клиниках СамГМУ. Прибор помогает при лечении воспалительных заболеваний и травм. Он воздействует на легкие и улучшает кровоток. Это происходит с помощью влияния сверхвысоких частот на организм человека. С помощью прибора в клиниках будут лечить пациентов с коронавирусной инфекцией. Если аппарат хорошо себя зарекомендует, его закупят в другие медицинские учреждения. Конечно, мы понимаем, что это не основное лечение. Но наша задача – любой вариант улучшить лечение. И мы надеемся, что именно в комплексном подходе, медикаментозной терапии, там, конечно, есть ряд еще вещей, и вот именно в комплексе с физиотерапией мы получим более лучший результат. Новый прибор передал в дар университету Самарский электромеханический завод. СамГМУ уже не первый год взаимодействует с предприятием. Мы хотели бы, чтобы наш небольшой вклад нашего производства, нашей организации, нашего оборонного предприятия Самарского электромеханического завода был именно на территории области, именно помог нашим людям, которые вот попали в больницы. Это в первую очередь вклад предприятия в развитие медицины, в помощь, собственно говоря, медицинскую нашему населению. Это заслуживает отдельные похвалы предприятию. Сегодня Самарский электромеханический завод получил свидетельство о присвоении региональной символики. Специальный знак вручают местным производителям, которые выпускают качественные товары, лучшие в своих отраслях. Напомним, проект «Самарская символика» сделана в Самарской области, разработан по инициативе губернатора Дмитрия Азарова. Мария Илчан, Григорий Плешаков. События. Жара не отступает. В Самарской области объявили оранжевый уровень опасности из-за высоких температур. На этой неделе в регионе под влиянием антициклона погода была сухой, жаркой и почти безветренной. Столбики термометров поднимались до 40 градусов. Долго ли эти значения будут держаться на термометре, у синоптиков узнала Елена Малютина. Пока столбик термометра за окном устремляется вверх, жители Самары ищут новые способы охладиться. У каждого есть свой лайфхак. Многие переносят жару хорошо, но есть и те, кого такая погода не радует. Если 35, то очень жарко. Вот 41 ощущается вообще очень плохо. Это невыносимо жарко. Ну, можно, но не каждый день, можно 2 дня в неделю. А остальное желательно, чтобы чуть-чуть жара спала. Потому что даже для здоровья, мне кажется, в возрасте мало кто переносит такую жару. 35 градусов – это что, жара? В Ташкенте не бывали? Вот там – да. А здесь – это ерунда. Ну, мы привычные такой. Климат у нас в Самаре всегда. Бывают такие большие перевады. Нормально, привычно. Радостно, конечно, можно купаться, загорать. В жару специалисты рекомендуют носить легкую светлую одежду из натуральных тканей. И не стоит забывать про головные уборы. В самое жаркое время, днем, лучше оставаться дома. Но если на улицу все-таки необходимо выйти, тогда нужно пить больше воды и исключить алкоголь. Я хорошо переношу жару. Мне она вообще не напрягает. На работе у нас кондиционер спасает очень. А дома сквознячок. Головного убора у меня нету, а вот он нужен обязательно. Очки вот защищают глаза от ультрафиолета. И, конечно, тенечек. Поближе к воде можно. Очень рада, что такая жара наступила, что есть возможность на пляж съездить, искупаться. Вот. Шашлыки съесть, шашлыки пожарить в выходные, с друзьями встретиться. Тем более просто в этот такой достаточно тяжелый год, когда мы все были на самоизоляции. Теперь вот выбраться на природу, конечно, большая радость. Синоптики обещают, что жаркие дни продлятся до августа, правда, с небольшими перерывами. К концу недели немного похолодает, до 30-32 градусов. Атлантический циклон принесет кратковременные грозовые дожди. Также в некоторых районах может усилиться ветер. Сейчас он юго-восточный, 5-10 метров в секунду. По словам специалистов, в июле температурный рекорд пока не побили. Июль месяц, макушка лета, собственно говоря, это характерно для этого месяца, очень высокие температуры. За весь период наблюдения у нас
Самые высокие температуры были, ну, в общем, 39-40, это 2010 год. Ну, вот 1971 год, еще на вершинах у нас зафиксирована температура 41,9 градуса, то есть практически 42 градуса. И в Кинья-Черкасах тоже в этом районе, тоже в это время было около 40 градусов. Так что, в общем-то, погреемся, называется. Водоемы из-за высоких температур прогрелись и на несколько градусов превысили температурную норму. Например, река Чапаевка до 25 градусов, водохранилище в Тольятти до 24, а в Самаре вода около 21 градуса. Выходные можно провести на пляже, но не забывая о мерах безопасности. Елена Малютина, Константин Головин. События. С наступлением жары самарцы оккупировали все пляжи, в том числе и несанкционированные. Но купаться в таких местах не только некомфортно, а подчас еще и опасно. Дно на стихийных пляжах не обследовано, дежурных спасателей нет, а значит отдых может закончиться трагедией. Только за последнюю неделю на таких неорганизованных пляжах погибли 7 человек. Подробнее мэрия Елчан. На улице стоит жара, и самарцы, чтобы охладиться, отправляются поближе к воде. Но купаться можно не везде. Если на берегу установлен вот такой знак, это значит, что погружаться в воду здесь опасно. В этом году подобные таблички установили на 55 несанкционированных пляжах региона. Именно в таких диких местах и любят отдыхать самарцы. Например, на шестом причале или на острове Проран. Здесь меньше людей, но и никто не следит за безопасностью, не обследует дно. Поэтому загорать на таких берегах можно, а в воду заходить нельзя. Это может привести к трагедии. Гибель людей происходит в основном в местах, не предназначенных для купания. Это... Соответственно, не оборудованы дикие пляжи. Угу. Поэтому хотел бы донести в население. Чтобы соблюдали правила поведения на воде, особенно в необорудованных местах. И все-таки, ну не все-таки, а хотелось бы отметить, чтобы купались и отдыхали на оборудованных пляжах. На Самарской набережной проверили дно, определили зоны купания и установили спасательные посты. Они оснащены всем необходимым для своевременного оказания помощи. Даниил Муравченков работает спасателем уже 2 года. За одну смену ему приходится помогать как минимум 5 отдыхающим. Есть сухое утопление, есть мокрое. Человек может в принципе не утонуть, да, то есть может там ноги свело, еще что-то. То есть после того, как человека достают из воды, в первую очередь происходит оценка состояния, оценка сознания, пульса, есть алгоритм ABCDE, то есть оценка, если есть там кровотечение и так далее. Всего на городских пляжах 14 спасательных постов. Но надеяться только на помощь профессионалов не стоит. Сотрудники служб спасения напоминают: не оставляйте детей на берегу без присмотра, не заплывайте за буйки, избегайте перегрева на пляже и переохлаждения в воде. Кроме того, категорически запрещается купаться в состоянии алкогольного опьянения. Мэри Елчан, Григорий Плешаков. События. Когда за окном высокая температура, особенно важно следить за своим здоровьем. Как пережить такую погоду без последствий для организма, выяснила мэрия Елчан. Головокружение, тошнота, учащенное сердцебиение, холодный пот и обмороки – это первые признаки теплового удара. Избежать его довольно просто. Нужно лишь прикрывать голову от солнца и пить много воды. Также врачи рекомендуют в жару есть легкую пищу. Стоит отдать предпочтение светлой одежде из натуральных тканей. Наиболее восприимчивы к влиянию прямых солнечных лучей дети, люди с сердечно-сосудистыми, эндокринными и неврологическими заболеваниями и пожилые. Вот здесь я что хочу предостеречь. Не нужно быть здесь всем клиницистами, не нужно ставить диагноз. Да, если чуть-чуть какая-то дурнота, человека отвели в тень, дали водички, расстегнули верхнюю пуговицу, может быть, даже присесть, прилечь, не стало лучше. Нужно вызывать скорую помощь. Потому что вот это очень много серьезного, более-менее серьезного может прятаться за сходными симптомами, там вот какой-то дурноты, потери сознания. Здесь не надо экспериментировать и терять драгоценное время. Уже несколько дней в Самаре держится температура выше 30 градусов. Чтобы спастись от жары, самарцы отправляются к прохладным водоемам. Особенно последствий прямых солнечных лучей стоит остерегаться тем, кто отдыхает на пляже. В погоне за загаром важно не забывать о рекомендациях врачей, чтобы в результате не стать их пациентами. На набережной ежедневно дежурят спасатели, которые помогают как тем, кому стало плохо в воде, так и пострадавшим от солнца. Мы забираем человека в тенек, в спасательный пост,
проверяем на всякий случай пульс, ноги закидываем наверх, прикладываем холодок к шее, чтобы человеку стало легче, и даем холодную водичку, смотрим за состоянием человека, и там уже смотрим, либо мы выбираем, вызываем скорую, либо нет. Многие недооценивают опасность зенитного солнца. На самом деле в организме происходят страшные процессы. Вот. Мы сначала этого ничего не ощущаем, но потом запускается негативный процесс в организме, и мы можем пострадать от этого. Поэтому настоятельно всем рекомендую приходить в 9 утра и уходить в 12, максимум в час. Тепловой удар можно получить не только на улице, но и в душном помещении или транспорте. Врачи рекомендуют по возможности находиться дома, особенно в критические часы с 11 утра до 4 дня. Очень тяжело переживать такую жаркую погоду, но стараюсь все-таки не выходить на солнышко, если только вот по работе и по каким-то важным делам, например, в больницу. А так лучше дома под кондиционером или под окошечком. Также медики советуют самарцам повременить с дачными работами, чтобы, спасая урожай от жары, не пострадать самим. Как объясняют специалисты, наклоны перегружают мышцы шеи, в результате чего может произойти спазм артерий, питающих мозг. Стоит соблюдать питьевой режим и обязательно делать перерывы на отдых. Мария Елчан, Григорий Плешаков, «События». В жару самарцы очень любят лакомиться арбузами. Это сладкая, сочная и безопасная для здоровья ягода. В Самаре стартовал сезон этой бахчевой культуры. Сейчас их в основном везут из Средней Азии. По каким признакам можно вычислить самый вкусный и спелый арбуз, узнала Елена Малютина. Освежающую летнюю ягоду уже вовсю продают в магазинах и на рынках Самары. Сейчас на прилавках десятки сортов бахчевых из Средней Азии уже стали появляться и из Краснодарского края. А вот чтобы полакомиться местными, придется еще подождать. Бахчевые с юга страны самые сочные и сладкие, но брать арбуз не глядя все-таки не стоит, предупреждают опытные покупатели. Многие самарцы уже полакомились арбузом, но остаются и те, кто предпочитает подождать до августа. Я считаю, рано в августе надо покупать. Я думаю, астраханский, наверное, в августе бывает. Нам захотелось, купили арбуз, у нас дети, мы вот их решили побаловать. Как выбираете обычно? В основном муж всегда выбирает, у него свои какие-то схемы. Я думаю, самый вкусный арбуз это в Ташкенте. Ташкентский, Узбекистан. Не, Астрахань тоже очень вкусная, да. Тоже я думаю, вкусная. Чисто Ташкент. Астрахань вот именно ближе к августе хорошо вот кушать. А ташкентский прям можно в любое время. Да. Здесь особая схема, мы сами родом просто оттуда, из Ташкента, и знаем, то, что арбузы вообще на самом деле выбираются по сухой, то есть корочке, по сухому хвостику. И чтобы были хорошие арбузы, нужно, чтобы хорошее солнце было, пекло, там уже не прогадаешь. Дочь вот на дачу привозила, очень вкусные арбузы были, красные, прям сладкие, а мы еще пока не покупали. Яркие полоски и блестящая кожура – один из признаков качественного арбуза. Подскажет о спелости и желтое пятно на боку ягоды. Это место, которым арбуз соприкасался с землей. Цвет пятна должен быть рыжеватым, желтым или светло-коричневым. А вот белое земляное говорит о том, что арбуз не спелый. Есть несколько простых способов выбрать сочную спелую ягоду. Для этого стоит взять арбуз, постучать по нему. Если звук будет глухой, значит ягода уже созрела. Также стоит обратить внимание на хвостик. Если он подсох, значит арбуз спелый. Не стоит покупать разрезанный или треснутый арбуз. В мякоть уже могли проникнуть бактерии. Такая ягода опасна для здоровья. Также стоит внимательнее относиться к месту, где приобретаются бахчевые. Обращать внимание, чтобы торговая точка была, имела вывеску о том, кто здесь торгует. То есть это или название юридического лица, или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя. Вот, чтобы она была оборудована, был навес, были ограждения. То есть это уже говорит о том, что он тут стоит законно. То есть это место выделила администрация района для торговли. Плюс, спросить информацию о товаропроизводителе арбузов, дайте сборы. При покупке арбуза важно помнить, у продавца должен быть сертификат соответствия и накладная, подтверждающая приобретение товара. В противном случае доподлинно неизвестно, где же вырос арбуз и какого он качества. Елена Малютина, Николай Сидоров, Григорий Плешаков. События. На этом наш выпуск завершен. До встречи и не болейте.